Недавно, по совету огородников, я стал собирать семечки тыквы и кабачков, их высушивать и размалывать вот в такую вот специальную приправу. Получается довольно вкусно и очень полезно. Ее можно использовать как добавку к разным блюдам. И вот сегодня один мой друг по интернету мне предложил еще один рецепт, как можно использовать вот эти размолотые семечки тыквы и кабачков. То есть можно делать из них очень вкусный и очень полезный напиток. Как это делается? Это просто вот в обыкновенном блендере, ну вот у меня вот такой вот простенький, можно смешать вот эти вот размолотые семечки с медом и с обыкновенной водичкой. Ну вот у меня как раз было немного кипяченой воды, она уже остужена, и вот я сейчас буду пробовать получить вот такой вот, назовем это, коктейль. Первым делом выливаю воду. Не знаю, какая правильная последовательность, но я думаю, это несущественно. Все равно будет все размешиваться. Потом добавляю размолотые семечки. Вот сколько добавлять, я не знаю. Но на такой бокал, ну, попробую ложки 3. А там уже буду смотреть. Что-то, наверное, мало 3 ложки. Положу 4. Чтобы было погуще и повкуснее. Так, теперь надо добавить меду. Но меду я примерно знаю, сколько на бокал надо. Ну, где-то такую хорошую ложечку сверху, чтобы было так, повкуснее. Мед у меня хороший. Вот столько, я думаю, хватит. Вот сюда добавляю. Надо, конечно, все это тщательно от ложки отскрести. Что я сейчас сделаю? Все очень простые компоненты перечислены и добавлены. Теперь закрываю крышечкой блендер и запускаю процесс. Так, процесс пошел. Здесь надо придерживать, чтобы крышечка случайно не открылась. Был печальный опыт. Я думаю, достаточно. Вот получилась такая вот интересная, скажем так, субстанция. Вот как я ни старался, немножечко пролилось, но это совсем чуть-чуть, ничего страшного. Сейчас перелью в бокальчик и буду пробовать. Поскольку это блюдо я еще не пробовал, налил себе немножечко, вот полстаканчика, ну и буду сейчас дегустировать. Ну уж, я думаю, никак отравиться не смогу. Компоненты все хорошие. Так, пробую. А вкус, к слову сказать, неплохой. Только мне показалось, сладости маловато. Наверное, еще по ложечке меда добавлю. Еще разочек немножечко размешать. А так вкусно. Но это, конечно, на любителя. Может, кому-то сладости надо и поменьше. Но мне бы чуть-чуть еще надо бы добавить. Итак, добавляю еще меду. Ну, скажем так, пол ложечки. Итак, мед добавлен. Состав размешан. Сейчас буду пробовать снова. Интересный, конечно, составчик получился. Может, сюда надо было мороженое добавить? У меня есть пломбир в холодильнике. Но решил не портить эксперимент. О, теперь совсем другое дело. Вкус уже хороший. И сладости хватает, и вкус неплохой. Единственное, что, может быть, можно было бы размолоть вот эти вот семечки более тщательно, потому что, ну, немножечко иногда попадаются такие, как бы, крупинки совсем маленькие, но ничего в этом страшного я, например, не вижу. Можно спокойно пить и так. Да, вполне вкусно получилось. Так что можно еще вот таким способом использовать размолотые вот эти вот семечки тыквы и кабачков. Некоторые друзья мне тоже предлагали их поджарить предварительно, но в этом есть определенный минус. Так теряются некоторые полезные вещества, поэтому лучше уж так. И так довольно вкусно. Можно сказать, что коктейль какой-то получается, что ли. Так что используйте семечки тыквы и будьте здоровы!